Для вдохновения своего и для развлечения вашего сегодня будет болтологическое видео на тему тега «Мечты и планы». Все равно ты подними глаза, покажись. Ответную реакцию дай, да? Нет у меня никакого желания осваивать новый вид рукоделия. Посылку вместе с доставкой, да, в том числе 3,5, и наделаю себе не 10 штук, а делаю себе 110 штук маркеров таких. Мне достаточно той информации, которую я нахожу бесплатно на YouTube, а если мне что-то непонятно, я уже додумываю сама потом. Там наберу себе кучу проектов и буду теперь сидеть и пилить их. Ну а что делать? Ну вот такая я волк-одиночка, ни с кем как-то, не знаю, ни с кем не обсуждаю ничего. Мне кажется, там столько много информации, что можно просто мозг может взорваться от этого всего. Объясняю, показываю вот так, вот так, вот так. Теперь надо вязать до вот этого. Ну, посмотрим, что у меня получится. Вот моя любимая фраза. Ну, посмотрим, что у меня получится. Какую-то вещь, и она мне нравится, допустим, да, а кому-то не нравится, это его личное дело. А иногда бывает так, что этот комментарий висит несколько дней, а потом пишет: «А что вы не отвечаете на мои комментарии?» Да бляха-муха, да я их просто не видела, твои комментарии. Мне больше вот делать нечего, как сидеть и за твоими комментариями следить, написала ты мне или нет. Сильно публичный, то есть не сильно известно, а есть которые там уже вот такие вот. И вот эти вот такие вот, и я в том числе. Всегда выставлю свою работу. Желание, не знаю, пожелание. Знаете, вот этот вот тег как бы раскрывает твою душу, наверное, да, вот подсознание, из подсознания ты вытаскиваешь свое сокровенное какое-то.